Скотт из Англии спрашивает, как человек может управлять своими мыслями, чтобы не прегрешить? Не может. Я не могу управлять своими мыслями. Я вообще не могу управлять собой. Где такое написано? Я сам собой, я себе хозяин, я себя собой управляю. Покажи мне кого-нибудь. Нет такого. Я должен пробудить вокруг себя положительную силу на таком уровне, где я повлияю на это, чтобы это повлияло на меня, и тогда я буду управлять собой. Всегда мы создаем наше состояние внешними силами, окружением, обществом, группой, поддержкой. А сам по себе человек, я даже не знаю, в каком состоянии я буду в следующий момент, как я могу управлять. Мое будущее, я могу обеспечить его себе, гарантировать только в том случае, если я готовлю внешний килим. И все, если я забочусь о ближнем, чтобы у ближнего было гарантированное будущее, тем самым я гарантирую свое будущее. Очень просто. Не может быть нуля. Человек не может спрашивать себя, если он элемент системы, как он может спрашивать, а что со мной? Он зависит от всей системы. В особенности она устроена так, что свободный выбор лежит в его руках, чтобы усиливал систему вокруг себя, окружающую. И тогда он будет уверен в том, что это то, что у него будет. И у него никогда не будет больше, чем в той системе, которую он подготовил. А если не подготовил ее в достаточной степени, то будет получать удары, чтобы понял, что нужно готовить.